понимаете, если бы рекламировали эту программу чаще и исключили бы молодежь, чтобы она не пила, не курила, и те же наркотики, и взрослые, и в школе, и на работе. В общем, это очень актуальная проблема, ее нужно решать. И наркологи, чтобы подсоединялись, и родители, и школа. Это правильно, то, что есть такие рекламы, которые проводятся для того, чтобы прекратили пить. Они людей как-то спонукают, чтобы люди задумались перед тем, что они делают. Позитивно. Тому що це, надіюсь, може вплине на молодь, яка трошки не стримана в цьому питанні. Я думаю, добре. Скажіть, чому? Чому? Менше буде в нас алкоголіків, які тут ходять, соблазняють і молодіж, і всіх остальних. Проти алкоголю я нормально відношусь к рекламі, тому що я не вважаю, що алкоголь – це как бы движущая сила нашей молодежи. Ну, то есть наша молодежь должна двигать какие-то высокие мысли, а не алкоголь. Потому к рекламе против алкоголя я отношусь положительно. Реклама против алкоголя – это очень правильное движение. Не надо пить, не надо как бы срать такой ерундой, оно влечет за собой много бед. Поэтому как бы очень положительно. Каждый будет смотреть, каждый будет видеть, может запоминать будет. Может, меньше пить будут. В принципе, это правильно, я считаю, со стороны того, кто делает эту рекламу. Среди молодежи особенно это актуальный на данный момент вопрос. Сейчас молодежь спивается, рекламируют вот это по телевизору, там пиво и всякие алкогольные напои, что это ни к чему, я считаю. Надо, наоборот, рекламы так и делать, что не можно, что вредно, что болезни всякие от них и тому подобное. Потому что молодые люди, надо семьи здоровые иметь и все, зачем это надо. Антиреклама, должна быть. Вот. Но это только идет, омывают руки те, которые сами же и продают, делают рекламу, которая рекламирует алкоголь и табачные изделия. Они просто как бы освобождают себя в чем-то, а на самом деле она менее эффективна. Я думаю, что если ее не будет, пусть будет. Я за то, чтобы молодежь не курила, не пила, и в семьях тогда будет мир и злагода. Бо у меня человек тоже пьет, и зять тоже. Зібрати чоловіків, от таких, що страдають цією хворобою, потім молодь, яка страдає наркоманією, і показати просто фільм цей, от, щоб, може, хоч щось зрушилось з місця, бо це таке зло. Лично я вважаю, що краще, як сказати, не употребляти алкоголя і не курити, тому що це вредно для нашого здоров'я. А потім для наших майбутніх дітей це теж може якось сказатися.